рыбалка номер один. Наверняка. Так, будем пробовать ультралайт. Как я тебе из подлодки то буду вытаскивать? Что? Смотри, он вообще залез. Надо тут здесь вытаскивать. Небольшой. Тихо. Знаю, сколько грамм, 500, наверное, чуть больше. Опа. Так, мы выключаем камеру, попробуем сразу же еще один запрос. Загрузить делаем. Сейчас здесь покрупнее. Все-таки не трава и пощупаю. В этом месте эта мешонка ловил. Есть. Сошел. Так, еще раз. Подальше. Там поглубже, там может быть покрупнее что-нибудь. Весна маленькая. Вот так более правильный загруз. Есть. Ах ты, сошел сразу же. Небольшой опять. Нужно же хариус. Маленький-маленький дымок, а не хариус. Маленький дымок. Тихо-тихо-тихо-тихо. Если не ты мешон, ты мешонок. Давай-давай-давай. Вот все. Все, родные. Это ли ленок? Не, ленок. Вообще малыш. Так. Этот раз хариус. Вот еще неплохой такой хариус. Хариус причем неплохой. Хариус причем неплохой. Да,
Ну еще раз забросим. Так, ну продолжаем. Пока камера не работала, я двух порезов вытащу. То есть клюет постоянно, каждый заброс. Но я мелкую поставил. Иду, хочу ультралайт проверить. Вот. Пять пакетов. Есть. Есть. Это на веночка похоже больше. Веночек. Веночек любитель сразу все клочки сажать. Все нормально. Еще разок. Ладно, поговорили. Ну все, на этом заканчиваем. Ультралайт.